Накануне Владимир Путин отправился на переговоры в Пицунду. В состав делегации вошел и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впрочем, еще до подписания документа с 2008 года кубанские врачи консультировали пациентов из Абхазии и оказывали всю необходимую помощь в стационаре. С начала 2017-го за медпомощью в Сочи обратились около 1500 пациентов из Абхазии, в их числе более 200 детей. В соответствии с страховкой в ОМС вы сможете получать специализированную помощь, высокотехнологичную помощь. И прежде всего в Краснодарском крае, потому что это ближе и комфортнее, но и в других клиниках Российской Федерации. В свою очередь, как отметил Вениамин Кондратьев, Краснодарский край полностью готов принимать пациентов из соседней республики. Для этого только в Сочи есть 8 взрослых и 6 детских поликлиник. Кроме того, доступны по страховым полисам будут и краевые больницы в Краснодаре.